Да. Какой я имею право такое. Я имею право такое. Да. Вы как должностное лицо, я вас имею право снимать. Вы свой телефон выключите? Ничего подобного. Вы кто такая? Вы кто такая? Покажите удостоверение. Удостоверение покажите. Удостоверение покажите. Нет, не выйду. Нет, не выйду я. Вызывайте. Вызывайте. Вы не представляетесь, я не знаю, кто вы такая. Может, пошли там в магазин. Сейчас же у нас Путин говорит, что в магазине все продается. Может, купили в магазине всю эту одежду? Поэтому я вас спрашиваю. Я у вас спрашиваю, покажите удостоверение ваше. Вы кто такая? Я тоже могу представить. Я Путин Владимир Владимирович. Вы мне поверите? Я скажу, президент Российской Федерации. Я так должен верить, на слово верить должен, что. Вы нам свой документ предъявили, мы удостоверили свои. Я не видел ваши документы. Предъявляли документ ваш? Вы кто? Вы кто? Я вам только что представилась. Мне документ предоставьте. Из кабинета выйдете? Документ предоставьте. Из кабинета? Нет, не выйду. У нас, как она, кто она у нас такая? Вы зачем, девушка, плачете? А? Вы зачем плачете? Я обидел вас. Не представляются у нас, да? Нам только что представились. Документы не представляют. Вот так. Документ предоставьте свой. Вы кто такая? Вы кто такая? Вы кто такая? Кто вы такая? Кто вы такая? Документ предоставьте. Хорошо. Давайте. Нет. Сейчас предоставьте мне. Выйдите из служебного кабинета. Не выйду я, пока документ не предоставите вы свой. Хорошо. Будем ждать сотрудников полиции, чтобы они заставили прокуратуру. Будем ждать сотрудников полиции, а вы за свое поведение еще ответите. Хорошо, я отвечу. Я же тут же большой преступник пришел. Заставляет вас закон соблюдать. Я, да, буду заставлять вас законы соблюдать. Не смейтесь, смейтесь. Хорошо смеется кто. Вот. Именно так оно и есть. Хорошо. Да. Сашко Белый хорошо поступил, да? Знаете, кто такой Сашко Белый? Я не буду с вами эту тему. Боитесь? Ну, придет так же, да? Будет такое и у нас. Вы не угрожаете? Я вам не угрожаю, я вас ставлю в известность, что будет такое. Что именно будет? Что именно будет? Народ придет и возьмет власть в свои руки, понимаете, непосредственно. Хорошо, понимаете? Понимаю. Все. А потом... Ну и все. Документ предоставьте. Вы кто такая? Вот эта запись. Увидит ваш прокурор Рюмщин, который тоже, опять же, заявление получил, но не работает. Почему-то спускает вниз, как будто я должен объяснять вам. Это я пришел к вам. Это я пришел к вам узнать. Да. На какой стадии рассматривается? Да. Для того, чтобы получить с вас объяснение. Да. Мы это объяснение получили. Для чего? Теперь объяснение. Для чего объяснение? Вы мне скажите, для чего? Для того, чтобы выяснить, в Волжской межрайонной прокуратуре вашего заявления нет. И все? И все. И все. А при чем тут Волжская прокуратура? При чем вы тут вы-то? Потому что ко мне ваше обращение поступило. Какое обращение? Ваше обращение, да. В адрес прокуратуры республики. О чем там говорится? Вы хотите с ним ознакомиться? Вы уже знакомились. О чем говорится? Вот вы мне скажите. Вы хотите с ним ознакомиться? Это я у вас хочу узнать, на какой стадии разбирательства находится мое заявление. С этим я пришел к вам. Я думал, может быть, вы знаете, вы мне расскажете. Вы получили ответ. А вы только меня опрашиваете. Вы же получили ответ в прокуратуре республики.
А когда я получил? 7 ноября. О-о-о, ну-ка покажите-ка. Покажите-ка. Там, откуда получали, там спросите. Я получил. Да? Первый раз слышу это такое. Ну, тогда вам значит, все... Неужели? Неужели? Конечно. Да, ну хорошо. Чайка, смотри, тоже там будет это у тебя на столе. Так что, 7 ноября уже получил, да? Из кабинета выйдете. О чем там было? О чем там они уведомили меня? О чем? Право ознакомиться там, где, куда обратились. Да. Да? Смысл вот сейчас. Вот сейчас смысл. Для чего вы меня вызвали-то? Для чего? Я вам только что весь. Для чего? Я вот сам не понимаю. Для чего я тут сижу? Я не знаю, для чего вас никто не задерживает. Я давно готова с вами распускаться и больше вас здесь не видеть. Вот увижу вас удостоверение, тогда уйду. Так пойдемте, я вам покажу свое удостоверение. Пойдемте. 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 Только после вас. Проходите. Только после вас. Проходите. Я человек галантный. Из кабинета. Я человек галантный, всегда пропускаю женщин вперед. Да, а кто тут здесь такие? А кто тут такие? Здесь да? Есть, да? Бесполые существа работают? Здесь есть сотрудники. Да? И что? Должностные лица. Пожалуйста, из кабинета выйдите. Пойдемте. Пойдемте. Посмотрим ваше удостоверение. Ну, сотрудники полиции подъедут, этого мужчину могут проводить издание. Куда? Куда вам уже необходимо? Удостоверение ваше? Удостоверение ваше, да. Вот есть график, я не знаю, да. Вы как должностное лицо. Я пришел как гражданин. Вы пришли в органы прокуратуры. Я пришел как гражданин. И вы должны мне предъявить по моему первому требованию. Во все кабинеты войдите и везде спросите. Мое первое требование. Да. Да что вы говорите? Идем к Тараеву. Покажем сейчас запись. Какие у них, какие сотрудницы работают. Девушка, на месте? Что хотели? На месте он? Здравствуйте. Выйдите, хорошо. Сейчас мы тут выйдите, с товарищем прокурором, сейчас мы видео посмотрим, потом я выйду. Сейчас. Сейчас, ага. Да, тут. Давай попробуем, ладно? Слушай. Так, у вас... Сотрудница не предъявляет свое удостоверение. Я не могу удостоверить, это на самом деле она или нет. Или того, чтобы мы с вами познакомились, вас... Меня зовут Петров Юрий Васильевич. Теперь с вами давайте. Теперь с вами. Вы кто? Вы кто? Ну, вы же заходили, наверное, знали, куда идете? Или вы идете туда, куда не знаете? Ну, хорошо, допустим, я знаю. Все. Ну, вы, давайте мы с вами теперь познакомимся. По закону. Угу. Ну, вы сейчас, во-первых, я могу начнем с того, что, Юрий Васильевич, вы нарушаете этот закон. Я не того, нарушаю. Что вы нарушаете общественный я порядок. Я не нарушаю. Есть предусмотренный порядок, официальный порядок, значит, работы органов госвласти. Да, я все понимаю. Значит, врываться в кабинеты... Значит, это неправильно. Это незаконно. Ну, поэтому если... вы сейчас нарушаете. Вот вы видели, сейчас я разговаривал по телефону. Отвлекли от этого разговора. Пришлось этот разговор прерывать. Хорошо, хорошо. Помимо всего прочего, хорошо. Значит, я все понимаю. Процесс работы прокуратуры. Вы меня тоже поймите. Я прихожу. Угу. Хорошо, для дачи объяснений. Во-вторых, да? Значит, любая видео-фотосъемка в помещении прокуратуры. Это, разрешено. Значит, нет. Вы как должны судиться? У нас давайте. Есть положение. Покажите это положение. Покажите это положение. Я не против. Есть вот такое вы положение. Вы прекратите, пожалуйста, под видеосъемку. Вот. Потом мы сейчас все вы мне... изучим. Хорошо, и хорошо. Я
Сразу, если увижу вот это положение, я сразу выключу. Я так, не вот против. Вы сейчас давайте прервите видеозапись, значит, и будем изучать это положение. Нет. Давайте сначала положение покажите. Нет. Нет, так нет. Я дальше буду снимать. Вот. Ваши сотрудницы не представляются, не показывают свое удостоверение, хотя по закону, правильно? Закон все, есть такой, что... Я готов разобрать эту ситуацию спокойно, да. Значит, пригласим сейчас этого сотрудника, если надо. Вы имеете право сейчас написать все это в письменном виде, проведем соответствующую проверку и, как говорится... Все будет, если есть, если это, для этого есть основания, примем меры. Вот, конечно. Дисциплинарных, значит. Вот, устное заявление, заявление здесь, сейчас. Значит, надо принять меры. Не это надо будет. Сразу меня меры принимать, не надо меры принимать. Пока мы сидим, пока вот сотрудник полиции пришел за мной, как я суть думаю. Конфликта, суть конфликта, значит, гражданин прорвался, значит, в кабинет и... Производит видеосъемку. Видеосъемка по закону разрешена. То есть его охрана не пускала сюда? Охрана нет, пускала, охрана пускала. Я же через охрану прошел, там все записано. Пожалуйста, я прошу вот с ним проработать, он нарушает просто порядок. Процесс, рабочий хорошо. Процесс прокуратуры. Вот, полиция может знать, если прокуратура у нас не знает, что должностных лиц при исполнении можно видеофиксацию проводить. У вас документы есть? Вон лежит. Видите, пожалуйста. Знаете, что только с разрешением сотрудника можно снимать? Должностные лица? Гражданин, без... паспорт избавляется непосредственно сотрудник полиции в руки. Вы знаете этого закона? Вытаскивать оттуда все ценные вещи и паспорт не должны... Я вам не дам паспорт в руки. По закону в Российской я вам не дам паспорт в руки. Вы должны паспорт предоставить. Я вам не дам. Я вам предоставил. За невыполнение охраны требует сотрудник полиции. Вы будете привлечены к статье 5.16. Покажите, где... Хорошо, закон покажите, где это написано. Я закон не должен показывать, я знаю. Грубо. Вы? Вот я не знаю. Я представитель власти. Дальше. У меня есть определенные обязанности и права. Так же, как у вас, как гражданин Российской Федерации, да. Есть определенные обязанности и права. Да. На основании Конституции вы обязаны мне предоставить. Вот я предоставляю вам паспорт. Руки, вот. Руки. Где руки. Написан? Закон покажите мне. Есть, вот. Руки. Какая статья закона? Статья за... То, чтобы предоставить паспорт? Ну? Где? Права. Это ваши права. Какие права? Как права? Какие права? Статью назовите. Какую статью? Я не знаю, вы же спрашиваете. Я должен на руки там предоставить. На основании закона о полиции. На какого закона? Для проверки документов вы должны предоставить мне. Вот, я предоставил, вот вам. Ну, предоставил. Держите. Я держу и вы держите. Я в руки предоставил. Все. Все. Вы должны проверить еще. Может, вот. Это не подлинный документ. Хорошо. Вот, проверяйте, все, руки все, руки, все, руки, все. Руки, я дал, руки. Вот я даю в руки, вот, все, отпустите, взяли, пожалуйста. Нет, я не отпущу. Как я страницу буду листать? Я переверну. Вы должны мне дать в руки. Покажите закон такой. Василий, давайте так. Все, да, это мы уже... Сейчас вы... Это у нас конфликт, а то бушует без толку это. Что прокуратура, что полиция. Пока выйдите, съемку прекратите. Это вообще-то... Съемка. Режим скажет. Съемка здесь запрещена. Должна снимать. Вот я вас снимаю, Я имею право, понимаете? Запрещена объект особой важности. Вот я имею право. Вот при должности. Вы при должности или как физическое лицо тут? Я? Да. При должности. Вот, и все. Придурок, человек, значит, все. Давайте в коридоре и да, все вопросы. До свидания. Проходите. Вот это то, что я наснимал. YouTube, Рюмшин, Чайка, все это увидят. До свидания. Уходим с прокуратуры, не солоно хлебавшей. До свидания. Вот она, полицейская машина, которая приехала за мной. Все.
Так, Акимова Анастасия Александровна, с этой должности помощник Волжского межрайонного прокурора Республики Мариэл. Допуск, так, того, 146, действителен до 1 сентября 2017 года. Все. Вообще в униформе... Ну как, а разница какая? Форма выдается после аттестации. Что значит, аттестацию не прошли, что ли? А как работает? Аттестация через полгода. Так. Так, давайте ознакомимся с документами. Давайте я ознакомлюсь сначала, что у вас там с материалами. Нам перенаправлено ваше обращение. Хорошо, давайте я посмотрю. Что там есть? Чтоб я знал, о чем речь идет. Так, ничего секретного, наверное. А? Ничего секретного нету там. Нет, просто ваше обращение. Ну нет. Не только. Что там еще есть у вас? Вот, что прячется? Вот обращение с поступлением. Повестка так. Молодец, прокуратура Республики Мариэл. Написано с 9-го. Октября 12.57. Так, что-то там. Так. Петров Юрий Васильевич. Дата рождения. 14 июня, 66 год. Деревня Часовина, Заводская, 99. Это место рождения? Да. Волжский район, да? Да. Значит, место жительства? Деревня Часовина, Волжский район? Да, 99. Семейное положение? Разведен. Место работы? Безработное. А к ранее к административной ответственности? Нет. Паспорт есть у вас? Есть, все. Давайте посмотрите. Обязательно. Восемь 906 6609. Первое ваше обращение. Можете сказать относительно, куда вы его направляли, когда?
это было? 30 сентября почтой направил заявление о преступлении прокурору Республики Мирьяла Рюмщину. Преступление. О проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности судьи Волского. О проведении проверки, да? Да. И привлечении к уголовной ответственности по статье 305 Уголовного кодекса судьи Волского городского суда Костина А.М. Вынесение заведомо неправосудных решений. Вы-то не должны это рассматривать. Вам-то зачем направили? Они должны были, я как понимаю, прокурора этот Рюмшин, если это не в его компетенции, он должен был в Следственный комитет направить, как я понимаю. Вам-то зачем направили? Зачем? Вот смысл в чем? Вот объясните мне, смысл какой? А? Смысл какой? Вот объясните мне, зачем вы сейчас берете у меня объяснение? С какой целью? В качестве кого сейчас я? В качестве кого вы у меня берете сейчас? В качестве заявителя. Нам направили, соответственно, чтобы мы ответили. Но... Поскольку к нам ваше обращение не направлялись, в целях уточнения, было направлено к вам ваше обращение или нет, я беру у вас объяснение. Вы не вправе вот этот вопрос решать. Вам-то зачем? Вот... Нам направили, мы возьмем у вас объяснение. Вот. Смысл-то в чем? Этот прокурор, он уже не своей работой занимается. Да. Его действия должны были быть, как я понимаю, Следственный комитет направить. Если прокуратура не занимается судьями, то должен был направить в Следственный комитет. Почему он этого не сделал? Вот и на какой стадии? Вот сейчас вы опрашиваете. Девушка. По обращению направлено было? Ничего нету. Я вот запрашиваю у них. Ничего нет. 3 октября он на руки получил, этот прокурор. Прокурор Рюмшин? Да. Сам? Да. 3-го, вот 30-го направил я, 3 октября он лично на руки получил. Это можно посмотреть на Почте России, отслеживается там все. Он получил на руки. Прошло уже, сколько уже, 1,5 месяца, ни ответа, ни привета. Не лично. Я говорю, по почте я направил. Заказное письмо. А как вы мне только что сказали, что принял он вас лично? Это все отслеживается Почты России. Там есть на сайте... Не лично же он поступил. Зачем? Там есть графа. Второго вручили. Вот. В прокуратуру вручили. А потом следующий уже, еще третьего, уже... До адреса это дошло. Адрес это, как я понимаю, если я пишу прокурору, это значит он. Ну, вступает просто в аппарат. Ну, пусть хотя бы. Ну, пусть хотя бы. Но на руках уже 3 числа они вскрыли уже. 2-го получили вот это? Куда доставили? Содержание заявления можете сказать? Вот именно вот вы просто написали также эту фразу или как? Содержание именно заявления полное. Девушка, зачем вот это все вам? Вот с какой...
Для чего вот это надо вам? Для того, чтобы выяснить обстоятельства, потому что к нам поступило обращение. Я должна провести, соответственно, уточнить у вас некоторые сведения относительно этого обращения, которое поступило. Почему? На электронной почте, и дать ответ. Вот. О чем? Вот зачем вам все это надо? Потому что мне... Это не в вашей компетенции. Но это понимаете? Вы решаете, в чем? Что в моей это я решаю, да, это я решаю. Вам-то вниз-то зачем спустили, когда они должны были наверх туда запустить? Вам-то зачем сюда переслали? Запрашивайте у них. У меня-то зачем спрашиваете сейчас? А на телефон вы зачем снимаете? На телефон можно вас снимать. А кто это сказал? Вы как должностное лицо, я вот контролирую, чтоб никаких нарушений не было. Не нарушаем, просто пришли, я тебе снимала. С какой целью? Я с какой целью? Объясняю. Ну, я не понимаю. Вот вам... Ко мне поступило обращение. Да. Ну. Я, соответственно, беру вас дополнительные сведения. Кто направил вам это? Вы посмотрели материал. Ну, вот вы ответьте, кто направил? Вы же прокуратуру республики направили. Для чего? Для чего? Я вам уже все объяснила. Ну, для чего вот? Я возьму вас объяснение. Ну, смысл какой? Вот я направил прокурору Республики Мэриэл в отношении судьи. Вы судьями, как я понимаю, вы как нижестоящие, вы уже не занимаетесь. Не вы должны судьями заниматься. С этой целью я объясняю вас обстоятельства дела. У вас копии нет. Для чего? Для чего вот вам это надо? Для чего? Вот вы у них запросили бы? У прокурора Рюмчина запросите? Что, какое заявление там я написал? Почему это не прислали вам? А сразу объяснительную. Вот я, для меня вот интересно, на какой стадии вот находится это, рассматривается. А вы меня опрашиваете. То есть ответ вам никакой не приходил? Конечно, да? Не приходил. Уже полтора месяца. Позвоните сейчас прямо при мне. Ну-ка, есть какой-то кто-то в аппарате там с кем-то. Свяжитесь там. Узнать, для чего вы направили вот это все. Мне направили, я должна взять вас объяснение. Для чего? Для чего? Вот вы сейчас услышали. Вы должны для себя уяснить, что я направил заявление в отношении судьи. Судьями, как я понимаю, вы не занимаетесь. Вам уже это не в вашей компетенции. Правильно же? Правильно? Я беру у вас объяснение. Я решаю, понимаете? Нет, вы не решаете. Ну, вы потому что не в вашей компетенции судьями заниматься. Это Следственный комитет, как я уже понимаю. Он должен туда направить. Вот вы направьте, вот сейчас услышали от меня, да? Направьте сейчас запрос в Следственный комитет, прокуратуру вашу, Мариэл, и запросите у них данные. Вот сейчас у меня, ладно, я сейчас объясню, да, вот, берите, вот, мы с вами тогда от вас начнем, да, от вас работать. Если они не хотят, я у вас буду узнавать, что это, на какой стадии, кто там рассматривает. Для меня первый вопрос. Что еще может спросить, что данного обращения сказать? Судья Костин должен сидеть в тюрьме, а не в кресле судьи. Понимаете? Что вы сейчас хотите от меня услышать? Вы говорите, поступило сообщение в прокуратуру республики. 30-го я направил сентября. 2 октября дошло до пункта назначения, до прокуратуры. Как, вот, пункт назначения прокуратуры, допустим. 3 октября заявление поступило до адресата. Адресатом был прокурор Рюмщин. Так и пишите. 3 числа прокурор Рюмщин получил заявление на руки.
с этого дня бездействует. Все написали, что ли? Mm-hmm. Да? Ну, у вас есть что-то такое? Сейчас почитаем. Объясните, например, у меня вопрос пояснить следующее. 30-го направил. Третьего мы дошло до адреса. То есть прокурором общем получил заменарный вопрос. Был ли он направлен? Не. Ответ не направлен, не был. Дописываем. Уже прошло 1.5 месяца. Ну что, два вопроса задали, что ли, все? Больше ничего не интересует. Вот меня интересует. Теперь пишем мои вопросы. Вот. Вопросы к прокурору. Ой, прокурору. Помощник. Вопросы прокурору можете написать потом. Не потом, вот я вам сейчас заявляю. Вы же меня вызвали для чего-то. Вот я объясняю вам. Я хочу узнать, направлял ли этот прокурор Люмсин заявление по следующей инстанции, допустим, да, Следственный комитет. Что он должен был сделать? Не надо мне отдельно заявление. Вот сейчас пишем. Вот сейчас пишем. Я пришел, вот сейчас все. Давайте тогда я сам буду от руки напишу сейчас вам. Объяснительно. Давайте. От руки. Самостоятельно буду я писать. А не то, что два вопроса задали, все. С какой целью вы вот это? Два вопроса, зачем вы задали? Смысл вот сейчас. Откажитесь от этого вот. От этого рассмотрения лучше. Я не буду отказываться, мне нужно для дачи объяснений. Для дачи каких объяснений? Вот? По поводу вашего обращения, которое вы писали. Ну почему у меня-то спрашиваете? Я вам написал прокуратуру. У меня-то зачем спрашиваете? Ну вы понимаете, вы сейчас не должны меня опрашивать. Вы мне должны конкретно отвечать. На какой стадии рассматриваете? Я не рассматриваю ваше обращение, поэтому я не могу дать вам ответ на данный вопрос. Ну зачем тогда вызвали? Чтобы зачем вызвали? Вот напишите, я вам сказал, вот этому прокурору напишите Румщину. Не у меня спрашиваете этот копию, вот ответ написали, вопрос задали, там копия, да, вот есть нет копии, да? Это прокурор, напишите вот так. Вышли заявление Петрова. Ну вы же, вот вы занялись сейчас, ваши действия какие вот сейчас? Взяли у меня объяснительную, дальше. Не относительно вашего обращения. Ну, взяли. И что будет? Я не рассматриваю, поэтому я не могу вам ответить на данный. Ну хорошо, мы этот, вот, хорошо. Вот вы сейчас объяснительно берете у меня. Потом что с этим объяснительным будете делать? Куда направить? Перенаправим прокуратуру. Куда? Что из этого они узнают? Вот сейчас вот вы написали, что они должны узнать? Вот эту бессмыслицу вашу, бессмыслица это. Ну смешно, девушка. Вы для чего в прокуратуру пришли? Чтоб пустословием заниматься, что ли? Вы конкретно работу сделаете, вот
Пришло, ладно, пришло. У вас в голове не возникает это, сразу. Хорошо вам пришло вот это сообщение. А не возникает при этом. Почему они не направили вам это заявление, то, что они должны были? Это мне решать. Вы же у меня берете, объясните, для чего вот, я конкретно не могу понять, для чего вы сейчас берете? Вот вы, ну, хорошо, вот вы это направили им, и что дальше-то? А дальше что будет? Они направят мне, что они вот напишут? Вот вы сейчас объясните, что они потом напишут? Прокуратура провела, ничего не выявили, и так что? Что напишут они? Заявление будет, чтобы дополнить? А что я должен заявить? По заявлению не в вашей компетенции заявлением заниматься, понимаете? По данному объяснению хотите что-то дополнить? Я даже не знаю, о чем вы спрашиваете сейчас. Я не понимаю. Я спрашиваю, для... написано ваше заявление, когда вы его писали, кому вы его писали, для чего вы его писали. Зачем вам это? Вам для чего это надо знать? Прокуратуре, вашей армии, зачем это знать? К нам поступило обращение. Соответственно, необходимо на него... Какое обращение? Вот вы у меня спрашиваете это обращение. Я беру вас дополнительное объяснение. Вот вы им задайте, вот прокуратуре вашей армии, задайте, где это заявление, почему вы нам пишете. Вот вы такой вопрос задайте. Я вам не понимаю. А зачем мне задавать-то? Это не ваше дело, не ваше дело, девушка, понимаете? Заниматься мной сейчас. Это не ваша работа. Это так. Очковтирательство это называется. Прокуратура не для этого должна работать, мне кажется. А должна работать конкретно вот. А не брать то, что обращение пришло, и вы должны меня вызвать. У вас должно быть сначала... У вас сначала должно быть в голове, у вас сначала должно быть в голове, если такое обращение пришло, вот они направили нам что... Направляли ли вам такое обращение? Вот они направили, наверное, вот вы что-то скрыли от меня, да? Какие-то бумаги там... Какие скрыли от вас бумаги? Ну, я не знаю, вот покажите вот. Вот и оканчивается карточка, что я от вас... До этого что мне показали? Там несколько листков было. Что за листки это были? Какие листки? Я вас не все, вот, все нет, да? Ваше обращение ваше поступило. Внизу это, вот внизу какие это... Еще листы? Какие листы были? Это я вам, у вас спрашиваю. Там были вот, лист, скажите, листы. Пожалуйста, на одном листе обращения. Я не знаю, хоть на 10, хоть на 10, хоть на 30. Внизу были листы. А какие вы... листы были это? Это, я вам, что, это листы были, наверное, прокурор Тараев. Прокурор Тараев, наверное, написал там, перенаправил вам, чтобы вы занимались этим вопросом. Мне так кажется, да? Секунду, подождите сейчас. Написано сопроводительное на одном листе. Да. Прокуратура бездействует. Для чего меня вызвали? О чем они хотят узнать? Эх. Бегите с этой прокуратуры, девушка.
Наша девушка убежала куда-то. Кто Раева, наверное, да? Да, да. Я имею право такое. Я имею право такое. Да. Вы как должностное лицо, я вас имею право снимать. Ничего подобного. Вы кто такая? Вы кто такая? Покажите удостоверение. Удостоверение покажите. Удостоверение покажите. Нет, не выйду. Нет, не выйду я. Вызывайте, вызывайте. Вы не представляетесь, я не знаю, кто вы такая. Может, пошли там в магазин. Сейчас же у нас Путин говорит, что в магазине все продается. Может, купили в магазине всю эту одежду? Поэтому я вас спрашиваю. Я у вас спрашиваю, покажите удостоверение ваше. Вы кто такая? Я тоже могу представить, я Путин Владимир Владимирович. Вы мне поверите? Я скажу, президент Российской Федерации. Я так должен верить, на слово верить должен, что. Вы нам свой документ предъявили, мы удостоверили свои. Я не видел ваши документы. Предъявляли документ ваш? Вы кто? Вы кто? Я вам только что представилась. Мне документ предоставьте. Из кабинета выйдите. Документ предоставьте. Из кабинета? Нет, не выйду. У нас, как она, кто она у нас такая? Вы зачем, девушка, плачете? А? Зачем плачете? Я обидел вас. Не представляются у нас, да? Нам только что представились. Документы не представляют. Вот так. Документ предоставьте свой. Вы кто такая? Вы кто такая? Вы кто такая? Кто вы такая? Кто вы такая? Документ предоставьте. Хорошо. Давайте. Нет. Сейчас предоставьте мне. Выйдите из служебного кабинета. Не выйду я, пока документ не предоставите вы свой. Хорошо. Будем ждать сотрудников полиции, чтобы они заставили прокуратуру. Будем ждать сотрудников полиции, а вы за свои поведение еще ответите. Хорошо, я отвечу. Я же тут же большой преступник пришел. Заставляет вас закон соблюдать. Я, да, буду заставлять вас законы соблюдать. Не смейтесь, смейтесь, смейтесь. Хорошо смеется кто. Вот. Именно так оно и. Хорошо. Да. Сашко Белый хорошо поступил, да? Знаете, кто такой Сашко Белый? Я не буду с вами эту тему. Боитесь? Ну, придет так же, да? Будет такое и у нас. Вы не угрожаете? Я вам не угрожаю, я вас ставлю в известность, что будет такое. Что именно будет? Что именно будет? Народ придет и возьмет власть в свои руки, понимаете, непосредственно. Хорошо, понимаете? Понимаю. Все. А потом... Ну и все. Документ предоставьте. Вы кто такая? Вот это запись. Увидит ваш прокурор Рюмщин, который тоже, опять же, заявление получил, но не работает. Почему-то спускает вниз, как будто я должен объяснять вам. Это я пришел к вам. Это я пришел к вам узнать. Да. На какой стадии рассматривается? Да, для того, чтобы получить с вас объяснение. Да. Мы это объяснение получили. Для чего? Теперь объяснение. Для чего объяснение? Делам. Вы мне скажите, для чего? Для того, чтобы выяснить, в Волжской межрайонной прокуратуре вашего заявления нет. И все? И все. И все. А при чем тут Волжская прокуратура? При чем вы тут вы-то? Потому что ко мне ваш
ваше обращение поступило. Какое обращение? Ваше обращение да. в адрес прокуратуры республики. О чем там говорится? Вы хотите с ним ознакомиться? Вы уже знакомились. О чем говорится? Вот вы мне скажите. Вы хотите с ним ознакомиться? Это я у вас, хочу узнать, на какой стадии разбирательства находится мое заявление. С этим я пришел к вам. Я думал, может быть, вы знаете, вы мне расскажете. А вы только меня опрашиваете. Вы же получили ответ прокуратуры республики. От когда я получил? 7 ноября. Ну-ка покажите-ка. Там, откуда получали, там и спросите. Я получил. Да? Первый раз слышу это такое. Значит, неужели? Неужели? Конечно. Да, ну хорошо. Чайка, смотри, тоже там будет это у тебя на столе. Так что, 7 ноября уже получил, да? Из кабинета выйдете. О чем там они уведомили меня? О чем? Право ознакомиться там, где, куда обратились. Да. Смысл вот сейчас смысл, для чего вы меня вызвали-то? Для чего? Для чего? Я вот сам не понимаю, для чего я тут сижу? Я не знаю, для чего вас никто не задерживает. Я давно готова с вами распускаться и больше вас здесь не видеть. Вот увижу вас удостоверение, тогда уйду. Так пойдемте, я вам покажу свое удостоверение. Пойдемте. Проходите. Только после вас. Проходите. Только после вас. Проходите. Я человек галантный. Из кабинета. Я человек галантный, всегда пропускаю женщин вперед. Да. А кто тут здесь такие? А кто тут такие? Здесь да? Есть, да? Бесполые существа работают? Здесь есть сотрудники. Да? И что? Должностные лица. Пожалуйста, из кабинета выйдите. Пойдемте. Посмотрим ваше удостоверение. Ну, сотрудники полиции подъедут, этого мужчину могут проводить издание. Куда? Куда вам уже необходимо? Удостоверение ваше? Удостоверение ваше, да. Вот есть график принограды. Я не знаю, да. Вы как должностное лицо. Я пришел как гражданин. Вы пришли в органы прокуратуры. Я пришел как гражданин. И вы должны мне предъявить по моему первому требованию. Во все кабинеты войдите и везде спросите. Мое первое требование. Да. Да что вы говорите? Идем к Тараеву. Покажем сейчас запись. Какие сотрудницы работают. Девушка, на месте? Что хотели? На месте он? Здрасте. Хорошо. Сейчас мы тут выйдите, с товарищем прокурором, сейчас мы видео посмотрим, потом я выйду. Сейчас. Сейчас, ага. Да, тут. Давай попозже, ладно? Слушалось. Так, у вас... Сотрудница не предъявляет свое удостоверение. Я не могу удостоверить, это на самом деле она давайте или не. Давайте начнем с того, чтобы мы с вами познакомились. Меня зовут Петров Юрий Васильевич. Пожалуйста, представьтесь. Теперь спокойно. Теперь с вами давайте. Теперь с вами. Вы кто? Вы кто? Ну, вы же заходили, наверное, знали, куда идете? Или вы идете туда, куда не знаете? Ну, хорошо, допустим, я знаю. Все. Ну, вы давайте мы с вами теперь познакомимся. По закону. Угу. Ну, вы сейчас, во-первых, начнем с того, что, Юрий Васильевич, вы нарушаете этот закон. Я не того, нарушаю. Что вы нарушаете общественный я порядок. Я не нарушаю. Есть предусмотренный порядок, официальный порядок, значит, работы органов госвласти. Да, я все понимаю. Значит, врываться в кабинеты... Значит, это неправильно. Это незаконно. Ну, поэтому если... вы сейчас нарушаете. Вот вы видели, сейчас я разговаривал по телефону. Отвлекли от этого разговора.
Пришлось этот разговор прервать. Хорошо, хорошо. Помимо всего прочего, значит, я все понимаю. Процесс работы прокуратуры. Вы меня тоже поймите. Я прихожу, хорошо, для дачи объяснений. Во-вторых, значит, любая видео-фотосъемка в помещении прокуратуры. Разрешено. Вы как должностное лицо. У нас давайте. Есть положение. Покажите это положение. Покажите это положение. Я не против. Есть вот такое вы положение. Вы прекратите, пожалуйста, под видеосъемку. Вот. Потом мы сейчас все вы это мне... изучим. Хорошо, хорошо. Я сразу, если увижу вот это положение, я сразу выключу. Я не против. Вы сейчас давайте. Прервите видеозапись, значит, и будем изучать это положение. Нет. Давайте сначала положение покажите. Нет. Нет, так нет. Я дальше буду снимать. Вот. Ваши сотрудницы... не представляются, не показывают свои удостоверения, хотя по закону, правильно? Закон все, есть такой, что... Я готов разобрать эту ситуацию спокойно, да. Значит, пригласим сейчас этого сотрудника, если надо. Вы имеете право сейчас написать все это в письменном виде, проведем соответствующую проверку и, как говорится, все будет, если есть, для этого есть основания, примем меры. Вот, конечно. Дисциплинарных, значит. Вот, устное заявление здесь, сейчас. Значит, надо принять меры. Не это надо будет. Сразу меня меры принимать. Не надо меры принимать. Пока мы сидим, пока вот сотрудник полиции пришел за мной, как я суть думаю. Конфликта. Суть конфликта, значит, гражданин прорвался, значит, в кабинет и производит видеосъемку. Видеосъемка по закону разрешена. То есть его охрана не пускала сюда? Охрана это пускала, охрана пускала. Я же через охрану прошел, там все записано. Пожалуйста, я прошу вот с ним проработать, он нарушает просто порядок. Процесс работы, хорошо. Процесс прокуратуры. Вот, полиция может знать, если прокуратура у нас не знает, что должностных лиц при исполнении можно видеофиксацию проводить. У вас документы есть? Вон лежит. Видите, пожалуйста. Знаете, что только с разрешением сотрудника можно снимать? Должностные лица? Гражданин, без... паспорт избавляется непосредственно сотрудник полиции в руки. Вы знаете этого закона? Вытаскивать оттуда все ценные вещи, и паспорт не должны передать в руки. Я вам не дам паспорт в руки. По закону в Российской Федерации. Я вам не дам паспорт в руки. Вы должны паспорт предоставить. Я вам не дам. Предоставил я. За невыполнение охраны требует сотрудник полиции. Вы будете привлечены к статье 5.16. Покажите, где... Хорошо, закон покажите, где это написано. Я закон не должен показывать, я знаю. Просто. Вы? Вот я не знаю. Я представитель власти. Дальше. У меня есть определенные обязанности и права. Так же, как у вас, как гражданин Российской Федерации, да. Есть определенные обязанности и права. Да. На основании Конституции вы обязаны мне предоставить. Вот я предоставляю вам паспорт. Руки, вот. Руки. Где руки. Написано? Закон покажите мне. Есть, вот. Руки. Какая статья закона? Статья за... То, чтобы предоставить паспорт, ну? Где? Права. Это ваши права. Какие права? Как права? Какие права? Статью назовите. Какую статью? Я не знаю, вы же спрашиваете. Я должен на руки там предоставить. На основании закона о полиции. На какого закона? Для проверки документов вы должны предоставить вот. Мне руки. Я предоставил, вот вам. Руки. Предоставил. Держите. Я держу и вы держите. Я в руки предоставил. Все. Все. Вы должны проверить еще. Может, вот. Это не подлинный документ. Хорошо. Вот, проверяйте, все, руки даже, все, руки, все, руки, я руки, дал, вот я даю в руки, вот, все, отпустите, взяли, пожалуйста. Нет, я не отпущу. Как я страницу буду листать? Я переверну. Вы должны мне дать в руки. Покажите закон такой. Василий, давайте так. Все, да, это мы уже... Сейчас вы... Это у нас конфликт, а то бушует без толку это. Что прокуратура, что полиция. Пока выйдите, съемку да, не да, хотите. Да. Это вообще-то... Съемка. Режим скажет. Да. Съемка здесь запрещена. Должна снимать. Вот я вас снимаю, Я имею право, понимаете? Запрещена. Объект особой важности. Вот я имею право. Вот при должности. Вы при должности или как физическое лицо тут? Я? Вы, да. При должности. Вот, и все. Придурок, человек, значит, все. Давайте в коридоре и да, все. До свидания. Приходите. Вот это то, что я наснимал. YouTube, Рюмшин, Чайка, все это увидят. До свидания. Уходим с прокуратуры, не солоно хлебавши.
До свидания. Вот она, полицейская машина, которая приехала за мной. Все.